Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Сантьяго де Куба. Эта игра – настоящий наследник классической настольной Кубы, которая подверглась некоторому упрощению, но при этом не стала менее интересной. Оформленная в кубинском стиле коробка полна различных компонентов. Карточки зданий кубинцев перемешиваются и размещаются в подходящие ячейки поля случайным образом. Автомобиль отправляется в порт. Маркер цены на второе деление, а жетон корабля на специальный трек. Стартовый капитал каждого игрока – 3 песо, 2 победных очка, по одной фишке тростника, табака и апельсинов, 3 маркера собственности и фишка рабочего. Этот набор игрок помещает за ширму выбранного цвета. Правый сосед первого игрока бросает 5 разноцветных кубиков и таким образом устанавливает текущий спрос на товары. Такие товары и в таком количестве предстоит погрузить в первом раунде. Игрок в свой ход выполняет 2 последовательных действия – передвигает автомобиль и активирует здание. Автомобиль должен проехать хотя бы одно деление по часовой стрелке, но за каждый шаг после первого необходимо заплатить по 1 песо. Остановившись возле персонажа, игрок использует его свойства. Все они предоставляют игроку различные ресурсы, а вот адвокат позволяет либо приобрести одно любое здание, либо применить свойства любого здания, уже находящегося под вашим контролем. Получив преимущество от персонажа, игрок отправляет своего работника на одно из зданий, цвета, соответствующего цвету использованного кубинца. Здания предлагают чуть более сложные свойства, например, производство товаров из ресурсов. Все эти свойства подробно рассмотрены в книге игровых правил. Если же автомобиль игрока остановился в порту, начинается погрузка. Начиная с переместившего авто, все игроки могут погрузить на корабль любое количество товаров одного типа. Сколько товаров отдано, настолько же уменьшается значение соответствующего кубика. За каждый товар игроки получают победные очки, указанные на флажке, отмеченном маркером цены. Древесина является своеобразным джокером и может заменить любой товар, но за каждый кубик древесины всегда полагается только 1 очко. Если все игроки спасовали, а товары все еще требуются, маркер цены делает шаг вперед. Если таким образом маркер достигнет финиша, корабль сразу же отплывет. Маркер цены возвращается на первый флажок, а в порт прибывает новый корабль. Ну и естественно, корабль отплывет, если все товары будут погружены. Каждый отправленный корабль отмечается на специальном треке, а 7-й корабль ознаменует окончание игры. Каждые 3 товара, оставшиеся у игрока, обмениваются на 1 победное очко, а победит, естественно, тот, кто наберет больше всех. Сантьяго де Куба – прекрасная семейная настольная стратегия, которая позволит посоревноваться в экономике и при этом не слишком заморочит голову правилами.